И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Радость, Кирилл Геймер, Гусанёк, Дэн, Форевер, Смарт, Водочка. Пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Как вы поняли с названия, у нас сегодня крутая рубрика «Выживание на деревянной постройке». Если ведь кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем все ломать и крушить. Погнали! Так, сегодня буду использовать оружие Serious M2. Начнем с малого. Ломаем мостики, чтобы они не могли перебегать. Отлично, даже, кстати, немножечко загорелось, это уже хорошо. Так, ломаем этот мостик, обязательно. Кстати, это очень классное оружие, оно просто разрушает все. Ой, как все трещит. Так, ломаем этот мостик. Так, давайте начнем с этой части постройки. А, она зафрижена, я помню эту фишку. Как все трещит. Мне кажется, можно уже ничего не делать, она сама разрушится. Так, хорош получается. Ой, все, крыши. Пацаны, у вас там немножечко пригорает что-то. Ой, мимо этих штук пролетело. Ой, это классно. Так. Еще никто не упал, что ли? Я не понял. Ой, кто-то там у нас стоит. Так, Радекс, ты сейчас, скорее всего, свалишься, потому что твоя горит постройка. Ох, как все трещит. Ты станешь живой. Да... Ты чё перепрыгнул оттуда? Я должен был умереть. Так, все, туда уже никто не запрыгнет. Давайте здесь разрушим. Нет, Дим, еще сзади нас есть люди. Да, там Саня одинокий стоит, одинокий волк. Не, не переживайте, сейчас будет и эту часть сломать. Ой-ой-ой, кто-то у нас сидит. Forever, прощай. Да как вы это делаете, вы паркуристы? О, Гусанёк, я тебя вижу. Давай будем твою постройку ломать. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас он упадет, даже больше ничего делать не буду. Сейчас просто свалится. Не, он перепрыгнул. А, перепрыгнул. О, давайте это оружие возьмем, как оно разрушает. Ой, тоже классно. Это тоже Serious M? Да, это все Serious M2. Ой. Что-то у вас там, пацаны, ты... Вы что, получается, все в одном месте сидите? Там Фокси остался. Хорош. Он на компьютере сидит. А, ну давайте попробуем. Не, она... О! Это серьезно, что-то. Это уже серьезно, да, пошло. Все, давай, прощай. Откатываем немножечко шары. Ох, блин, отрикошетило, нифига себе. О, есть у меня для вас сюрприз, смотрите. Не надо... Да не, нормально, он там, кстати, заблудился. А ты жопа улетел. Уйдет меня. Они поразлетались просто в разные стороны. Так. Они опасно катают. Взрыва опасно. Не понял. Ты что там сидишь? Надо разрушать, потому что я вижу, они хотят все сюда попасть как-то. Поехали. Веселье пошло. Нет, нет, я упал. О, первый есть? Нет, я упал на... Да еще никто не свалился, ребят. За них хорошо держатся. Нет, один свалился. А, один свалился. Один свалился. Это вот. Хорош. Марк упал. Повезло. Да вы че там сидите? Как вы там... О! Нет. Есть. Так, хорошо, шутки прочь. Давайте что-нибудь по-серьезному сделаем. О, если это оружие возьму. Где? Даже прикольно двумя пальцами стрелять. Просто все исчезает. О, готов один. Еще один есть. Так, давайте тогда возьмем что-то другое. А, нет, так, так, так. О! Вот это вас откинуло. А я хочу просто зачистить всю постройку эту. Да я! Да ну видишь, ты. И чё же, это чё, бронированное стекло, что ли? Ого, через стекло! Ха-ха, пробилось! Так, сейчас же посмотрим, кто будет следующий ломать постройку. Давайте мы уже сделаем наугад, чтобы сильно от меня не зависело. Надо, только не я. Давай, давай. Любое оружие можно использовать? Будет. А, да, какое хотите. Понял. Нормально. Хорош. Пошел. Бум! А я говорил. Все, Forever, да, получается победитель у нас? Наша любимая постройка, которая имеет свойство разрушаться. И физика у нее очень классная. Так, ну что?
Все залетели? Ого, я колбасит. А чё у него меня отталкивает куда? О, вот сюда надо зайти. Так, так, вот, все, я здесь буду. Там лифт очень классно. Да я вижу. Колбасеево какой-то. Это случайно, он как-то поломал, что все заглючит. Лифт ломает постройку. Сама себя разрушает. А это нормально, то, что, блин, я в досках застреваю. Да, это нормально. Так и должно быть. Все четко. Че, пацаны, не хотите, да, умирать? Дима, давай ты. Давай, Дима, проиграем. Да нет, я хочу выиграть, я хочу еще ломать. Видимо, находится. А в этом ролике все не успеют, конечно, придется мне еще раз их ломать все, потому что я выиграю сейчас. Я вижу. Возможно, мы все умрем. Нифига себе ее колбасит. Ой-ой-ой-ой, все, пацаны. А нет, вот Титаника это мы под наклоном есть. Стоим. Просто это жесть. Титаника. Тогда, ой, мечта, окно тут выломалось. Зато не так жарко, дышать могу. Он прям подо мной ломает, я слышу, как хрустит все. Я хочу, чтобы ты прикрыл нас. Дэн, ты там на соплях как-то держишься. Давай, держись, я мы упал. В тебя верим. Давай руку, Дэн, давай руку. Хватайся за лом. Ты вытащишься. Ой, 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 ой. Кусь, Санек, ты сейчас умрешь, прощай. Да, все, вы падаете. Нет, ой, у меня жизни потратились. Ай, 59. Чего жизни так тратятся? Гусанек, а ну все, я вижу, там уже фуфел шмерц упал. Что, я победил? Нет, я же жив. А ты еще жив? А где? Да вон он, Саня. Нет у меня. Наверху, вот. Я так красиво разлегся. Я живой. Так, так, ладно, так. Бензопила пошла, ребята. Дровосек пришел. Дрова пилить. Саня, если ты выиграешь. Вот, Гусанек. Да ну кирись. Я-то тут при чём? Ну все, ну разрушилось здание, пацаны. Так, ребята, какое же мы оружие возьмем сейчас, чтобы было интереснее? Нет, я банки. Я сейчас чисто заложу бомбу вот здесь вот, прям под постройкой. Саня, я-то тут при чём? Мальчики, не ссорьтесь. Так, ну что, пацаны, мальчики, готовы умереть? Сейчас бомба взорвет эту всю постройку. Даже интересно, как это сейчас все произойдет. Так, давайте подальше. Как вы думаете, разрушится все здание или нет? Напишите в комментариях. Да. Поломается оно целиком или нет? Мне кажется, целиком не разрушится. Таня, пока. Ты по центру заложил, сейчас все четыре опоры взорвутся и все. Мне кажется, радиус не такой большой этой бомбы. Но я отойду подальше, чтобы выжить. Все, подходит к взрыву. Так, оно классно пищит. 3, 2, 1. Взрыв! Бум! Опа, смотрим, кто остался еще на постройке. А я, получается, на постройке стою, да? Кирилл Геймер остался и Гусанек. Вот это прикольно оно взорвалось. Это было эпично. Так, ну что, давайте еще раз сделаем. Мы тут уже помрем, не надо. Не, вы не умрете, пацаны. Вы будете умирать мучительной смертью. А вы готовы опять рандом, чтоб выбрал, кто из вас будет выжившим? Так, две бомбочки летит случайно. Уходите все. Бегите. Они как-то в разброс, что ли? Да? Ну давайте одну удалим. Все, одна летит четко. Кому-то на голову сейчас упадет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что? Понятно. Она взорвалась. А че она просто? А, нет. О, туда. Гусанек, ты победитель, потому что ты последний умер. Блин, классно, что она не сразу взорвалась. А вы ее не трогали? Она сама активировалась? Да, сама. Я ее не трогал. Это было классно. Хоть и было желание. Так, ну что, пацаны, помните, здесь есть компьютер. Все, запускаем, Гарри Мод играем. А, электричество не проведено. О, что-то шатается эта постройка. Дим, компьютер включился. О, все, заработало. Он на аккумуляторе. BIOS? Да, винда слетела. Ай, блин, это плохо. У кого-то, пацаны, есть флешка с виндой 10? Ой, ты дурак, что ли? Мы тут флешку ставим с виндой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Нормально, я за шкаф держусь руками. Все хорошо, пацаны, держимся. Нифига себе! Ты что-то мощное взял, да, я так понял? Ну посмотри, иди сюда. Ого, 16 тысяч пулеметов поставил. Ой. А если мы сейчас все просто упадем на землю на этой плоской доске? Ай! Ух ты! Тихо, тихо, нормально. Хорошо. Саня всех убил. Дэн победитель, понимаете? Все, Дэн красавчик. Так, все, все, хорошие пулеметы меня сейчас уже позалажат. Ты какой-то псих пулеметный.
Мне показалось, это типа дрель он взял какую-то, типа как сосед сверлит. Так, да, что-то есть такое. Дэн, смотри, какую мы тебе классную постройку приготовили. Это что, это типа Бурдж-Халифа? Ну да, это на минималках, Бурдж-Халиф. Прикольное здание. Кстати, оно тоже очень физически неустойчиво, поэтому нам сейчас жестко придется здесь. А вы где все? Мы тут. Дима, смотри наверх. А, вы на самом верху. Ого, ладно, стойте там. Ты, я буду здесь лучше выживать. Мне кажется, здесь шанс лампочка. Больше выжить. Мне кажется, нам конец. А так не толкайся, пожалуйста. Мне кажется, он первым делом именно нас собьет. Это лифт у нас, да, едет? Я за лампочку зацепился. Да, мы готовы, давай, мочи. Так, я вот тут встал, мне кажется, здесь больше шанс выжить. Ого, чем он там ломает? Я за лампочку зацепился. Ух ты! Ой, елки-голки, елки-голки. Хорош, хорош, мы еще вдвоем тащим. У нас тут Forever и я. Ай, по башке дало доской. Ты выиграл. Есть, я победил. Я знаю, что я красавчик. Так, ребята, ну сейчас будет самое эпичное разрушение. Я поставлю эту же постройку. Залетайте. Так, мой ребята, я приготовил им небольшой сюрприз. Ай. Ребята, смотрите, у нас есть очень маленькая ядерная бомбочка. Ой. Она кстати, реально маленькая. Даже на таком расстоянии она меня уже не убьет. Девочка, мне страшно. Ой, я пошутил! Я выжил. Ой, ты выжил? Я последний. Не, правда. Я видел, я первый. О, пацаны, давайте сделаем такую фишку, вы будете вдвоем ломать. Ого, это что, 5 пулеметов? И у него 5? Мне просто не видно. В сумме 10. 10 пулеметов, ребята, я вот тут буду. Мне кажется, здесь я выживу. Они сейчас по нам будут строчить. Не. Они не попадут. Что, это что, попадут? Получается, 10 стволов? Да. Это жесть, давай. 3, 2, 1. А я сдал, ребята, что мне надо здесь находиться? Нет! Я еще живу. Вы просто сложили это здание за 5 секунд. Ай, блин! Это жесть. Ты не последний умер, кстати. Да? Вы знаете такую штуку? Миномет. Вот слабенький, он небольшой. Полетело. Ну, я надеюсь, что я не сильно буду попадать. Ух ты! Прикольно им ломать. Я просто разрушил все. И что, я всех убил просто? Ух ты, пробило насквозь. Это было мощно. Меня вылетело. Такое бывает. Ребята, мы так ломали постройку. Повылетало у людей. Реально повылетало. Класс. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Смотрите, сколько бомб сбросил. Это сейчас будет эпический взрыв. Весело. Ой, я в стратосфере. Пока-пока. Всем пока.